Ровно через два месяца в Калгари состоится чемпионат Канады по карате, в рамках которого будут отобраны кандидаты для участия в Парижском мировом квалификационном турнире для завоевания олимпийских квот. Готовясь к будущим ответственным турнирам и чемпионатам нынешнего сезона, Федерация карате провинции Квебек организовала трехэтапный экзамен для юных и взрослых поклонников карате в виде спорта, впервые включенного в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В минувшее воскресенье сотни спортсменов вступили в спор за звание сильнейших, соревнуясь на шести татами в специальных коврах для борьбы, установленных в Монреальском олимпийском спортивном комплексе «Клод Робья». В спортивных соревнованиях удары не наносятся в полную силу, а лишь обозначаются. На этапе становления интерес тренеров и специалистов обращен к молодым спортсменам, которые делают первые шаги к утверждению в этом олимпийском виде спорта. В дебютном турнире среди кадетов категории 54 килограмма встретились в поле за квалификацию две монреальские школьницы – Катерина Якоб и Ксения Грицких. Поединок прошел в равной борьбе за драгоценные баллы с многочисленными попытками соперниц проведения атак. Концовку встречи активнее провела Катерина Якоб, которой досталась победа и дальнейшая квалификация. Несмотря на поражение поединке, Ксения ушла с татами с ощущением выполненной задачи. Дебют состоялся, и это главное. Для меня это означает как хобби. Я просто люблю это. Я нашел спорт, который мне нравится. Вот. И что могу сказать? Карате просто для меня. Надо просто найти спорт для себя. Вот карате для меня. Все. Все, что могу сказать. Как сложилось выступление на первом провинциальном турнире? Я проиграла, но зато я много чего поняла, что я должна буду работать над собой. И мне не важно, что выиграть. Просто в следующем году приду сильнее, и вот тогда я выиграю. Буду самой лучшей в следующем году. В трибунах была и мать, она поддержала тебя? Да, конечно. Она мне всегда помогает, конечно. Вся семья мне всегда помогает. Просто сегодня папа и сестра не могли прийти, но что? Мама всегда есть, она всегда будет для тебя. А в семье только ты занимаешься спортом? Да, пока да. Ника, моя сестра, пытается искать спорт для нее. Пока ищет еще. Не нашла, как я, карате.